Здравствуйте, дорогие друзья! На этой и следующей неделе в нашей мастерской есть очень хорошее предложение. На этих двух неделях вы можете приобрести иконы, которые написаны были в нашей мастерской. Написаны они на липовой доске. Давайте с вами посмотрим. Это липовая доска. Вот. Там внизу еще есть шпоночки. Давайте посмотрим. Вот они, дубовые шпонки. Написаны обе иконы темперой яичной с использованием сусального золота. Сусальное золото вы можете видеть на нимбах и на асистах. Икона Богоматери Донской 30 на 40 сантиметров. Это хорошая аналойная икона. Размер, да, иконы. И размеры иконы Николая Чудотворца 22 на 28 сантиметров. Она немножечко поменьше. Обе иконы были написаны в нашей мастерской. И преимущество данных икон в том, что вы можете посмотреть и увидеть каждый этап изготовления этих работ. Вы можете посмотреть, как было положено золото, как были положены асисты, как был сделан рисунок и как послойно накладывалась краска. Вы можете увидеть живопись лика, ну и многое-многое другое рассказывается в этих видео на нашем канале на YouTube или на нашем канале на Дзен. Вы можете все это посмотреть. В конце следующей недели иконы отправятся в магазин, поэтому вы можете успеть и приобрести их без магазинной наценки, скажем так. Поэтому выбирайте себе, какая же работа вам нравится больше. Вы можете позвонить по контактам, которые вы видите сейчас на экране. Или вы можете найти мои контакты в описании к данному видео. Позвонить или написать можно в Telegram или WhatsApp и задать интересующие вас вопросы. Итак, дорогие друзья, определяйтесь, задавайте вопросы, звоните и приобретайте себе вот такие замечательные семейные реликвии, которые будут радовать вас и ваших близких долгое время. Все, желаю всем творческих успехов, всего доброго, до свидания.